И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Дима Покемон, как всегда, отличное настроение, сегодня мы играем в Brick Rix, будем поднимать вам настроение и смотреть классные построечки. Димочек, поздравайся. Всем привет. Если вы пьете, кушайте, приятного аппетита. Давай, Димон, показывай, удивляй. Попрыгал я. Мы уже не записывали Brick Rix 2 месяца, поэтому надо вспомнить, размяться и поломать все. У нас есть базука. Ой. И Ника. А, нет, не поставилась. Я же забыл уже, как тут все делается. Давай, а... давай, вспоминай. У тебя получится. Во. У него что-то отломалось, Димон, сразу. Да, это так. А, это... О, так это этот, Фредди. Че, Димон, давай его попробуем расстрелять. По ногам. Не, не отстреливаются ноги. Так. Че там какой-то неадекватный? Давай его. Ха-ха, бошку отстрелил. Нифига себе, пулеметом что ли? Руки, руки, руки. Так. А теперь я заспавнил чип. И сегодня что у нас? Это день аниматроника. Кстати, это новые постройки, Димон. Да, ладно, да, я типа находил. Ну, неплохо же. Димон, сейчас попробую одним выстрелом отстрелить ей руку. Получилось. Я тоже один выстрелом сделаю это. Голову, голову. О, о, смотри. Вот. Это... Стреляй! Ой, я умер. Стреляй! Это бандит, он уезжает от нас, Димон. Да, бандиган этого. Нормально, каждая пуля наносит очень большой ущерб машине. Смотри, смотри, он уже вышел, рассердился. Он сейчас будет нас убивать, Димон. Мы же по нему не стреляем по машине, прав... Ой, ты его убил? Я его убил. А зачем, Димон? Это перестрелка вообще. Это перестрелка смерти? А от меня тогда никто не уйдет. Ой, убил его еще раз. Я его с автомата вообще расстрелял. Да, конечно, у тебя легко. На. Димон, давай постройки смотреть дальше. Ладно, ладно, давай смотреть дальше. Давай, погнали. Надеюсь, он не будет на спину убивать. Блин, он здание наше новое рушит, да, я его поломаю. Ой, 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 он шатается, Димон. Это он, получается, не на гитаре играет, а качается. Как его установить, Димас, на какую кнопку, не помнишь? Ой, а чё с ним? Димас, как восстановить постройку? Ctrl-R. Ctrl-R. Что-то у него с ушами. Ой, что-то он падает все время. Это чувак взрывает его, или это ты? Не-не-не. Ой. Короче, я его, Димон, тоже, да, кикну? Да, давай. Потому что они, у ребята, тоже, который человек заходит там и мешает. На, не надо. Получай. Все, он вышел. Отлично, давай я заново построю. Аниматроников взрывать только можем мы. Димон... Так, так, Бонни, ты куда пошел? Смотри, короче, Димон, я ему ухо отстрелю, смотри. А я ему ногу, чтобы он... Я еще одно хочу ухо отстрелить. А, ухо, ухо. Он из-за ног своих тупых убегает от нас. Не, человек классно строил, старался. Вон он, Димас, я его расстреливаю. Кто он? А, я ему шляпу тут расстрелял. А, у меня он тут лежит. Ты по нему что, ты по нему стреляешь, а у меня запчасти тут отлетают. Ну, так я... Вот я прям вижу, как ты стреляешь по нему. Смотри, Димон, сейчас я буду стрелять, и ты тоже увидишь, смотри. Давай, давай. Ого, да, вижу. А стрельнул я тут. Да, я видел. Ребята, это что-то прикольное такое. Да тут кнопка есть, Димон. Да нет. А, не, нема. Надо так заходить, Димас. Все, спасибо, что сделал вход меня. Я до него лучше знаю. Да блин, не могу пройти. А я тоже не могу. Надо еще убрать здесь что-то. Тут какие-то запчасти мешающиеся. Ой. Она просто запчасти. Во, все, Димон, теперь можно точно зайти. Пошли. Так, здесь стол. И кнопки. Что у меня тут происходит? Ага, я сижу. Не управляется, не летается. Убираешь, чистишь? Да, чищу, чищу. Быстрее чисти, вот так, вот так. Так, это у нас какой-то мопедик интересный. Мопедик? Димон, ой, он прикольный.
Давай, Димас, отъеду, попробуешь меня попасть. Давай, с Дигла. Ой-ой-ой, с одного выстрела так тебя перекрутило. Офигеть. Она на меня едет, ко мне можешь ехать? Да. Сейчас ускорюсь. Ой, говно продырявил мне тут что-то. Ой-ой-ой! О, давай, Димас, сейчас отдалеко отъеду, попробуешь по мне пострелять. Давай, давай, ты и так не близко, Диман, ты чё? Воу! Ладно, ладно, молодец, убил меня. Холодец. Так, и еще раз попал сдалека. Это, короче, из этого. Вот угадайте, из какого мультика, ребята, угадайте, из какого мультика. Я знаю, надо спереди показать, чтобы они узнали. Так я спереди сейчас показываю. Во-во-во, а, я думал, тут глаза прям будут большие. Не-не-не, ребята, давайте. Кто молодец, тот давайте. Тот пишите. Молодец, гениально. Тот молодец. О, Димон, давай я поставлю машину, и ты попробуешь ее потянуть. А как эта штука опускается? А я сейчас тебе покажу, оно все там цепляется. Сейчас мои постройки прогрузятся. Давай возьмем не какую-то, ну, не мощную машину. Давай, допустим, да, вот меня, эту вот. У меня тачка тоже мощная, нормальная. Так, грузится. Загрузилась. Чпоньк. Так, сейчас, подожди, я к тебе сейчас... Так и стой. Я сейчас крючок сам все зацеплю. Так. Стою. Отлично. Давай. Так, сейчас проверим просто его. РПшка, да, делается? Да. Ой, не то нажал, секунду. Дубль 2. Капот прицепил. Все, прицепил, Димон. Да? Да, попробуй, тяни меня. О, ты сопротивляйся, давай. Хорошо. Я задний ход жму. Что, не получается? Ты мне бампер вырвал. Димон, это машина просто слабая очень, на которой я сейчас. Ага, давай. Надо машину помощнее. Да у меня тоже не особо мощная. Нормально у тебя. Давай сейчас растараню, я хочу растаранить эту тачку. Сейчас, не, давай другую возьму, стой, сейчас растаранишь. Давай. Вот эту простенькую возьму. Ого, простенькую, ты чё, офигел? Давай его попробуешь перетянуть. Да отвали! О, колесо! Нет, не трогай меня! Отвали! Я еще еду! Не трогай! Говно! Блин, твоя машина что ли крепче моего комбайна, этого экскаватора? Комбайна. Все, ты меня не догонишь. А теперь я тебя буду гасить. О, нет! Думала, вот так просто? Можешь приехать ко мне и меня убивать? Убивать, да. Не, сейчас я тебе такую устрою. Давай. Воу! Диман, можно перевернуться, не восстанавливать машину. А как? Нажми букву Г русскую. Г русскую. Все, мы восстановились, но машины этот разбиты. Я понял. Давай еще битву. Давай. Я еду до сих пор. Смотри, давай. Проиграет Диман тот, кто не сможет двигаться. Смотри, мой ковш, мой любимый ковш. Мой любимый ковш! Я буду мстить за ковш! Ладно, я поехал, я вспомнил, мне кое-что надо. А ну иди сюда, какашка. Битва на машинах! Иди сюда! Иду. А! Новый! Блин, боковина, блин! Ах, ты вот так вот, да? Хорошо. Колесо уже что-то... Блин, говно! Блин! Нет! Надо сейчас Диман перевернуть стопе. Давай. Новый мой грузовик разбил. Какая тачка самая мощная? Нет, колеса. Главное, чтобы у меня было 3 колеса. А у меня 4. Блин, у меня что-то там с выхлопной трубой совсем плохо. Ух, смотри, Димон, на двух колесах научился ездить. Ну что, давай, иди сюда. Fucking shit! Блин! Не, стой на месте, сейчас тебя растараню вообще. Не, я еще могу двигаться. Не-не, все, сейчас растараню тебя, давай, стой на месте. У меня выхлопнуха так глючит ее.
Диман едет, едет. Бум. А я-то чё умер? Я Диман выиграл, что ли? Я-то чё умер, вообще непонятно. Получай, говно. Так. Всё. Автобус стоит. Поезд едет. Третья попытка должна быть удачной. Давай. Блин, я ожидал более эпичного удара. Он такой, как будто пукнул. Диман, смотри, как она может. Я сейчас мимо тебя проеду, увидишь, какая скорость. Ай! А! Факин чет! Блин! Расстрел! Я живой, Димон, я еще живой. Ладно, обнулимся, чтобы быстрее ехать. Давай, давай. На тебе. Ладно, ладно, я не буду больше тебя трогать. Уже и не надо. Я еду как кусок говна вонючего. Я сейчас попробую, Димон, на скорости рельсы проехать. Это эксперимент. Выдержит ли эта машина? Ого. Ну-ка, рельсы. Сам себя пушкой взорвал. Понял? Да. Ну, падом? Не, альт, там альт надо нажать. А, понял. Ого. Хорошо. Я возьму простую машину вообще, ну, то есть ее легко будет тебя убить. Простую? Тогда я выйду, да? Сначала не воюем, не воюем, да, я уеду немножко. Давай, я тоже на твой голос перейду. Ага, все, я понял. Так, где ты? А вот я, подожди. Стой, не стреляй, какашка. Стой, я не могу повернуть. Я по тебе не попадаю, что за говно? Воу! Ах ты злодей. Тогда я отъеду, ты чего? Да, так нечестно. Ладно, ладно, встаю. На! Я тебя не убил? Нет. Давай, Димон, теперь на таран. Кто, чья машина сильнее? Ух, здание. Димон, я его задавлю. Он по тебе стрелял, я видел. Ну что, давай, я тебя буду таранить. Так нечестно! 1000 колес! И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!